Как оцените уборку снега в городе? Центральная улица, окраины? Ну, вы знаете, неплохо. Окраины я не могу говорить, а в центре неплохо. Молодцы, стараются, согласно как бы прогнозам погоды. То есть нормально, стабильно? Ну, в принципе, Татьяна Евгеньевна. Как оцените, неплохо или как? Ну, я бы сказала, средне. Ну, наверное, хорошо. Я вообще-то не местная, но мне нравится, хорошо. А с какого района вы? С Краснопартизанского. Ух ты, а у вас там как? У нас там, да, и тоже хорошо. После снегопада как город почистил, ну, как оценить? Отлично. Прям мне нравится. Идешь, ножки не скользят, асфальт весь чистый. Ну, это вот центр. Да. А в других вот местах подальше от проспекта ходили сегодня? Ну, вот сегодня не была, не могу сказать. Вчера? Ну, вчера еще снег шел весь день. На сколько баллов? Пока на 3. Пока на 3. Заснежено? Заснежено. Ну вот идем по центральной, их так более или менее. Ну, а если куда-то сунуться во двор, то плохо выглядит. Ну, понятно, что и техники не хватает, и снега много выпало, поэтому терпеть надо, что делать. Ну, местами, да. Спасибо. Ну, бывает буксуем, бывает ничего. Как оцените уборку города? Снега много, как убрано? Отлично прям. Лучше не придумаешь. Ну хорошо, честно. Ну всю жизнь бы они так ходили. Вот как мы ходим. Не убрано. Да. Вот еле иду. Это центральная улица, казачья. Да. Вот сейчас ходила на Рахова. Здесь вообще невозможно идти. Просто невозможно. Живу на проспекте, у нас чисто. Ну, не очень, конечно, хорошо убрано. Хотелось бы получше. Это центральные... Мы ходим только по центральным улицам. То есть даже центральные не очень? Даже центральные, да. Мы лазим по сугробам, иногда падаем. Очень плохо везде. Скользко, много снега. Чистит только Московскую. Вот, даже Бобкета мне проходит. Это центральная аллея. Рахова. Да, Рахова. Что же про другие улицы? Мы по Рахово, по тротуарам не можем пройти. Спасибо, если дойдет. Это мнение очень многих. Удовлетворительно, наверное. Что скажете? Нормально. Пойдет? Пойдет. Ну, удовлетворительно. Да, удовлетворительно. Можно было бы лучше. Спасибо. Напротив МВД училища. Мне кажется, там совсем не чищено. Ну, по крайней мере, я в основном хожу по этой улице и по Астраханской, да, по Казачьей. И Астраханская более-менее. Так более-менее. Но скользко в любом случае, все равно вдоль... Уборку города как оцените после снегопада? Ужасная уборка города. По городу ходить невозможно и ездить тоже невозможно. Ставлю 2 из 5. Ну как, я даже вам не могу сказать. Смотря где. Вот я где прошла, вроде бы ничего. А я тут в центре ходила. Вот а так, наверное, специально выбираю дорогу, где очищено. Здесь хорошо все. Да. Поэтому, а там мы не смотрим. Как-то прошлась вон там вот. Так вообще ужас какой. Да. Вот сейчас сбрасывали там вот снег. Вот здесь, пожалуйста, вот посмотрите, сейчас бьет кто-то лед. Навалило, сбрасывали снег с крыши, и там уже не пройдешь. Поэтому, вот там они, конечно, ничего не убирают. Так что не вот убирают. Так вот, такие наши пожелания. Замечательно. Хорошо убрано? Да, хорошо. Ну, действительно, хорошо убрано, но дело в том, что убирают, когда гололед вот этот вот остается, люди падают все равно, посыпку никакую все равно не делают.